Құрметті депутаттар, парламенттік тыңдауға қатысушылар, биологиялық әралуандықты сақтау әрбір мемлекеттің, әсіресе табиғи ресурстарға бай Қазақстан сияқты елдердің өте мұқият қорғауға жататын маңызды ұлттық мүдделерінің бірі. Аумағы бойынша әлемде 9-шы орынды иеленетін біздің елімізде жер шарындағы ландшафтардың барлық түрлері кездеседі деп айтуға толық негіз бар. Бұл Қазақстан табиғатындағы жануарлар мен өсімдіктер әлемнің алуан түрге мол екенін мелінше айқындай түседі. Қазіргі заманда биологиялық әралуандықты сақтау барша адамзаттың болашағын қамтамасыз етуде жаһандық өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Проблеме продолжающейся утраты биоразнообразия уделяется большое внимание в международном сообществе. В сентябре прошлого года Организация Объединенных Наций приняла новую программу в области устойчивого развития на период до 2030 года. Программа включает задачи, направленные на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Одно из главных направлений программы посвящено вопросу сохранения биоразнообразия и предотвращению процесса его утраты. Для достижения этой цели необходимы совместные усилия правительств, частного сектора, гражданского общества, да и всех людей Земли. С учетом текущих мировых тенденций, исчезновение грозит почти 34 тысячам видов флоры, 5200 видам фауны, включая исчезновение каждого восьмого вида пернатых. Под угрозой исчезновения почти треть основных пород сельскохозяйственных животных. По данным Организации Объединенных Наций, из 8300 известных пород животных 8% вымерли полностью и 22% находятся на грани вымирания. Казахстан по разнообразию биоресурсов, количеству сырьевых и промысловых запасов растительного и животного мира занимает ведущее место в Центральной Азии. Но это нас, естественно, ни в коем случае не должно успокаивать. В стране сформирована соответствующая законодательная база, позволяющая последовательно реализовывать государственную политику в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Приняты экологический кодекс, законы охраняемых природных территориях, радиационной безопасности и другие. Мы являемся участниками многих международных конвенций, направленных на сохранение природы и окружающей среды, таких как Конвенция о биологическом разнообразии, Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных, Картахенского протокола по биобезопасности, Конвенции о биологическом разнообразии и Киотский протокол к рамочной конвенции ООН об изменении климата, так же, как и другие документы можно было бы в этой связи упомянуть. На днях, как вы знаете, Сенат парламента ратифицировал Парижское соглашение, которое представляет собой целый ряд мер, позволяющих сократить выбросы и укрепить устойчивость к изменению климата. Состояние экологической безопасности в стране рассмотрено на заседании Совета безопасности под председательством главы государства 12 июня 2015 года. Вопросы охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности в стране и имеющаяся тенденция сокращения биоразнообразия требуют постоянного пристального внимания всех государственных органов, ученых, неправительственных организаций. По мнению ученых, за последние десятилетия в Казахстане лесной фонд нашей страны сократился на 10%, алтайские леса на 13%, яблоневые сады в предгорьях Азаилийского Алатау почти на четверть, то есть на 25%. Нарушение водного баланса, загрязнение рек привело к значительному ухудшению экологической ситуации на реках Сырдарья, Иртыш и Или. По прогнозным оценкам, недостаточность принимаемых мер в сфере сохранения биоразнообразия Казахстана грозит полным исчезновением некоторых видов животных и растений. Официально под угрозой исчезновения находится 126 видов позвоночных животных, 96 видов беспозвоночных и 387 видов растений. К примеру, только в мае прошлого года, как мы уже сегодня видели, в этом очень интересном и волнующем фильме
погибло почти 90% численности сайгаков. Это, надо сказать, из ряда вон выходящие, вопиющие случаи, факт, который можно сравнить с экологической катастрофой. Соответствующие госорганы начали разбираться с первопричинами массового падежа сайгаков только после прямого поручения государства. Официальная причина гибели сайгаков была названа бактериальной инфекцией. Мы пока придерживаемся этой версии диагноза, хотя со стороны целого ряда организаций высказываются сомнения. Называются и другие причины. В целом, конечно, мы должны очень бережно относиться к нашему животному миру, биоразнообразию в целом. Да, действительно, как было сегодня сказано в фильме, наши животные представляют интерес с точки зрения восточной медицины, но здесь Казахстан не является исключением. В Африке, например, по данным Организации Объединенных Наций, ежегодно убивают около 40 тысяч слонов. Вдвое меньше истреблению подлежат носороги. И все они, естественно, представляют большой интерес для восточной медицины. Поэтому наше биоразнообразие, наш животный мир мы не должны давать на откуп тем, кто торгует животными, и тем, кто пытается заказывать и заказывает их из-за рубежа. В рейтинге стран мира по индексу экологической эффективности в 2016 году, который был рассчитан Йельским университетом, измеряющим достижения стран с точки зрения состояния экологии и управления природными ресурсами, Казахстан занимает 69-е место из 180 стран и относится к странам с низкими показателями. А между тем, надо помнить, что состояние экологии является одним из важнейших показателей цели стратегии устойчивого развития Организации Объединенных Наций. То есть без надлежащего состояния экологии мы вряд ли можем претендовать на получение каких-то высоких мировых рейтингов с точки зрения реализации цели стратегического развития. Нашей стране требуется новое видение в вопросе сохранения биологического разнообразия. Нужны прежде всего оправданные с экономической и социальной точек зрения меры, стимулирующие сохранение и устойчивое использование компонентов биологического разнообразия. В мире все яснее осознается, что без экономических механизмов, стимулирующих и делающих выгодным охрану биоразнообразия для местного населения целых регионов и стран, спасти природу будет невозможно. Поэтому важно повышение уровня осведомленности общественности в вопросах сохранения биоразнообразия, информирования о проблемах, связанных с деградацией экосистем, а также привлечение молодого поколения к изучению проблем устойчивого развития, повышения качества экологического образования. Мы должны действительно, как говорится, всем миром подойти к решению этих очень сложных вопросов. Все государственные органы, включая парламент нашей страны, а также ученые, неправительственные организации должны участвовать в этой очень полезной для нашей страны работе. Спасибо за внимание.